Всем привет. Вот, сегодня чуть расскажу про такой мобильник, как OnePlus Nord 2 5G, 128 гигабайтов. И покажем, что в нем есть, что он из себя представляет. Размеры его: высота 159, ширина 73 мм, толщина 8,25 мм. Вес 189 грамм. Насчет экрана, размер экрана 6,43 дюйма, расширение 2400 на 1800, как говорится, частота объявлений 90 ГГц, вот такой вот экранчик, так он не толстенький, ничего, тут сбоку вот кнопки громкости, тут, как говорится, on-off. Тут у нас идет для звонков. Сейчас я покажу. Так, включайся. Вот тут это нажимаю, чик. И там вибрация. Silent. И когда звонит. Аккумулятор у него 4500 мАч. Два элемента по 2000,250 мАч. Встроенный. Ну, как у всех этих... как говорится, новых телефонов. 8 гигабайт память, как говорится, это ОЗУ. И 11 Android у него стоит на нем. Самое прикольное, что у нем очень прикольная камера. Основная камера у него Sony IMX766. 50 мегапикселей. Это основная, которая. И потом идет сверхширокоугольная камера 8 мегапикселей. И черно-белая камера. То есть, как видим, вот довольно мощный аппарат. Видео у него есть 4К, 300 кадров в секунду, FPS этот. Так что можно снимать по-разному. Что еще? Селфи-камера тоже в нем довольно сильная. 32 мегапикселя. Она Sony IMX615. И что главное, тоже в нем есть стабилизация видео. Когда снимаешь, например, идешь, и он, ну, не трясется, меньше трясется, то есть. Так что вот это есть тема такая. Также у него есть эти портрейт, все эти функции есть. И что вот мне нравится, это есть, как мы видим, вот включаем, и мы видим, например, вижу себя и вижу стол сразу. Это вот можно снимать и разговаривать. Заряжается он быстро. Слот у него Type-C. И заряжается он до полной зарядки где-то за 30 минут. Ну, очень быстро, скажем. Также у него есть этот сканер опечатка. Можно на лицо тоже поставить, чтобы он открывался. Гироскоп в нем есть, компас, акселерометр, датчик освещения, датчик приближения. Так что, ну, напичканный всем чем, как говорится. Также он хорошо совмещается с мобильным, как говорится, GPS и все. Вот, например, сейчас я вам это продемонстрирую. Подключаем. И у него Android Auto есть, то есть он совмещается, и можем вот, да, брать и куда-то ехать. Ну вот, как видим, он подключается. И тоже вот есть выбор. И позвонить можно, и все. Так что тоже некоторые Android версии не поддерживают на этой машине, например. Но вот в нем это Android 11, все отлично, как говорится, поддерживает. И можем куда-то кататься. Ну, и все тоже. И можно ехать. Ну что, тогда перейдем к съемкам. Покажу, как снимает камеры и фотографирует. Ну вот, например, идешь, и чувствуется, что нету такого дергания. Также у него есть зум.
такое десятикратное, но не ахти. Но все же, также во время видео можно делать фотографии. Ну вот, дуал камера, то есть можешь идти, снимать передней камерой, болтать на фронтальную, фу, и задняя камера снимает, на фронтальную что-то рассказывать, болтать, что тоже очень, скажем, хорошо, удобно. Также можем во время этого еще подтягивать камеру пятикратно. Гоняем, жестко гоняем. Я фигачу. Кастрик тут будет вечером. Yeah.